Люди на отколовшейся льдине. В обычной ситуации это ЧП, но мужчинам, судя по всему, помощь спасателей не требуется. Несколько манипуляций бурами, топорами, и мы наконец-таки поплыли. Свое опасное путешествие экстремалы записывают на камеру, а затем выкладывают в интернет. Впрочем, не все пользователи одобряют такой вид отдыха. Богдан Корженевский объясняет, они просто призывают не сидеть дома. Подчеркивает, все участники в жизни – серьезные люди. Экономисты, юристы, бухгалтеры, строители. У большинства – семьи и дети. Некоторые видеоролики вдохновили меня на занятия спортом, туризмом и прочими активностями. Так что тут больше вопрос восприятия. Если бездумно идти и повторять, да, это может плохо закончиться. Но на всякий случай повторюсь, не повторять то, что мы делаем. В этот раз сплавляются по Дону. Своему ледяному плоту даже название придумали – Новороссийск. Здесь есть все, что душе угодно. Баня и даже ванна с подогревом. Были сомнения, что мы сможем растопить, нагреть ванну до нужной температуры, чтобы там было как в горячем источнике. Но, к счастью, у нас получилось. В программу круиза включены и спортивные мероприятия, например, катание на вейкборде. На доску встает экстремал из Москвы Павел. Для него сплав по реке – событие, потому он, что называется, при полном параде – в пиджаке, галстуке и белой рубашке. Эмоции зашкаливают. Лед тает. Импровизированное судно буквально трещит по швам. Произошло то, что должно было произойти. Жилплощадь конкретно уменьшилась. Мы на раз, два, три... Четыре льдины у нас. Экстремалы уверяют, к такому повороту событий были готовы. Мол, даже палатку и ванну разместили в той части, что точно уцелеет. Вот размер льдины в начале сплава, а это то, что осталось от нее к концу путешествия. Сотрудники МЧС, которые также внимательно следят за публикациями Корженевского, не раз предостерегали блогера от необдуманного поступка. Но, судя по всему, ради острых ощущений эти люди готовы на многое. По сути, каждый человек может заниматься чем угодно в рамках закона. Но когда это выносится на публику, когда это смотрят дети, когда это смотрят люди, которые захотят повторить это, и люди неподготовленные, то это рано или поздно неизбежно приведет к трагедии. Спасатели предупреждают, в это время года выходить на лед без специального снаряжения крайне опасно. Но воронежские экстремалы, похоже, больше боятся встречи с инспекторами ГИМС, которые могут прервать опасное путешествие. Виктория Юдина, Мария Семенова, Сергей Ефремов, телекомпания НТВ, Воронеж.